5 декабря первые автомобили ленских автобаз отправятся на Усть-Кутский зимник. Это предварительные данные, поскольку все зависит от погоды. Водители ждут морозы, ведь тогда обкатывать зимник будет проще и безопаснее. Уже сегодня в авторемонтных мастерских «Алмаз-Дортранса» идет подготовка техники. Все подробности у Натальи Беспаловой. Слесарь и водитель Николай Суканов и Андрей Кушнов работают в паре. Вместе готовят автомобиль «Вольво» к зимнику. Они старые друзья, вместе учились. Сегодня их связала работа. Николай Леонидович, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, в данный момент ремонт стабилизатора кабины. Обломало два болта, вот надо их высверлить, и нарезать новую резьбу, поправить. Слесарь ремонтирует, водитель контролирует, а если нужно, и помогает. Что-то принести, где-то поддержать. Все, что требовалось от него, как от водителя, Андрей Васильевич сделал. Утеплил в кабине пол, приготовил запасные камеры на колеса, положил в салон валенки. После окончания ремонта готов сразу отправиться на зимник. Ну, мы готовимся к зимнику, утепляем автомобили. У нас есть цех по пошиву, шьем такие, как в народе говорят, намордники. И этим самым мы предохраняемся от ветров, от холодов. Сейчас вот еще вот все вот это соберем, все, вот утепление у меня вот уже сделано. Сейчас я его опущу, все, мы поедем. Этот автоцентр «Ленский Харм» заполнен всегда. Здесь техническое обслуживание проходят все автомобили «Вольво», работающие в компании «Алроса». Этот самосвал пригнали из Мирнинского ГОКа на техобслуживание. Слесари делают плановый ремонт и заодно готовят машину к зиме. Мы занимаемся заменой рулевого механизма. Что с ним произошло? Ну, он неисправен был, мы его заменили, сейчас устанавливаем. Эти автомобили, они к нам ежемесячно приезжают на обслуживание. То есть у них там, ну, у них определенный пробег проходит, они приезжают к нам на обслуживание. На каждую единицу техники по одному, а то и по два слесаря. Эти ребята работают под машиной. Меняли сальник, ставим кардан. Сальник КПП. Чтобы слесари разбирались в тонкостях ремонта «Вольво», сюда, в Ленск, на обучение приезжали специалисты с завода-изготовителя автомобилей. Теперь местные мастера знают каждую из тысячи деталей. К зимнику они подготовят весь парк ленских автобаз. Поменяют жидкости, топливные фильтры, ремни. Впереди самый сложный период в году. Несколько сотрудников «Вольво-центра» отправятся на всю зиму в Нюрбу, чтобы там, на плече «Нюрбана Кын», автомобили ленских автобаз работали без поломок. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».